тогда что-то напишите, я не знаю. Видно, слышно меня? Не видно, не слышно. Да, видимо, стрим не идет. Ну-ка. Стримлю вроде туда. Если никто не отзывается, продолжаем. Есть кто-нибудь в ТС? Или никого нет? Какая разница? Так. Так. Где же я остановился в прошлый раз? Куда мне нужно идти? Раз бы вспомнить еще. А, вот. Нужно выключить. Вот эти рычага, и откроются двери. Ох ты! Собственно, что? Ничего не происходит. Ничего не открыто. А, ну вот еще один рычаг есть. О, да. На корабле, как всегда, русские. Я, как всегда, тороплюсь. Зараза. Меня слышно вообще, нет? Нафиг оно надо вообще было тогда, а? Я вернулся обратно, откуда начал миссию. Intruder, over here! Еще не хватало. Да успокойся ты. Тролло.
чай, наверное. Пошел к черту. Все понятно. А теперь по-русски, пожалуйста, можно? Обычный КС, чего ты взял, что это обычный КС? Почему ты решила, что это обычный КС вообще? Этот игра, блин, на прохождение. Это продолжение того, на чем закончили. Менюшка? Какая менюшка? Вот это вот, да? Ух ты! Не зеленые. У меня вроде на стриме все показано нормально. Все зеленые. Что тут, что так? Вот так вот. Кто там бежит на меня опять? Я тут вообще-то. I found the intruder. Так. Да иди ты. Каким-то пукалкой какой-то убиваю. Вот такие вещи. Офигеть просто можно. А. Аптечка. Как-нибудь можно подобрать аптечку? Али нет. Боюсь, что нельзя. А может и можно. Нет, нельзя. Ладно. Часы не слишком растянуты, кстати. Я убирать, что ты сразу умри? Я жить хочу еще. Там неприятель! Где? Где неприятель? Покажите мне его. Где? Где? Где он? А, вот он. Дай. Дай.
типа аптечек. Я тебя постреляю сейчас. Музыка странная, но мне уже привычная, потому что в обычной КСК эта музыка тоже есть. Ну играет классика, чё, фиг с ней. Ух ты, сколько же вас тут. Привычно слушать такую спокойную музыку в КСке. А ты КС Италия карту играла? Застрелить не решил. Зараза такая, а? Вот тебе покажу сейчас застрелить. А куда ты торопишься? Ну Италия, карта Италия, грубо говоря. Так и называется. КС Италия, Италия. По очереди, мальчики. Меня на всех хватит. Не переживайте. Ну вот, я же говорил, меня на всех хватит. Вы так напали на меня. Черт, надо было наверх подняться, а закрыто уже. Ну ладно. Я потом скриншот этой карты тебе скину, если что. Не знаю, сколько лет назад ты играл. Понятия не имею, я с тобой в КС-ку не играл. Слушайте, чё вы такие смачные-то? Какие агрессивные мальчики, а? Хотят жёсткого видать. Гранатка. Ням-ням-ням. Ни одна зараза ведь не появляется. Вот сейчас вот туда полезу и кто-нибудь появится. Ух ты, трупики. Какая радость. Аптечечка. Хорошо. Что? Кто там сказал, что я сильный? Ты что ли? Или ты? Ну-ка сознавайтесь быстро. Я свинья, да? Я? Я свинья? Убейте их всех! Кого всех-то? Я тут один ползаю. Пожалуй, надо вернуться. Тут была где-то аптечка. Дикобраз. Ох ты, как засадил. Ну, вообще-то немного вычел. Блин. Ты что, где ты что? Где надо? Где надо? Ага. Спрятался, значит. Курс изменен. Где? Где? Где он? Ну ладно. Ушел так ушел. Я так хотел тебя подвесить. Уже не важно. Здесь, собственно, ничего и нет. А нет, есть. И куда мне теперь? Что-то я забыл, куда.
ладно, пойдем вниз, посмотрим. Тут закрыто тоже. А может, я и догадываюсь. Вот сюда. А вот ты где был. А сейчас, внимание. Где он там? Вот. Вот это вот. Вот это вот я должен убить вот этим, то, что у меня в руках сейчас. Вот это вот. Пошел ты. На. На еще. Воу-воу-воу, полегче, паря. Ракетный цель, еще стреляет. Раскидался, да? Пошел. Пошел ты. Пошел. Нафиг. Блин, патроны кончились. Пошел. О, вот и все. Вся миссия. Круто. Просто круто. Excellent work, comrade. You are a credit to the motherland. Что хорошего в том, что я с тобой не играл. Только сейчас заметил сообщение, извини. Просто интересно, как играют девчонки в КС. Я ни разу не изучал КС. We have a critical situation deep in the jungles outside of Puerto Iguazu, Argentina. One of our helicopters was shot down by guerrillas during routine training. Блестящий. As application unit 3, we are assigned to locate the wreckage. Ну то, что играет хуже, чем парни, это понятно. Но вообще есть женская лига по КС GO. This is where you get off, man. Get down there and look for survivors. Be prepared to use lethal force for any opposition you encounter. А так, и куда меня сейчас кинут? Ой, я обожаю эту миссию. You've examined the crash site. There's blood trails leading to the river. Looks like our boys were taken prisoner. Это как спортивная дисциплина, самые настоящие. Там играют девушки и мальчики отдельно. Есть смешанная команда. Ну, смешанная — это не для официальных соревнований. Слушай, ты что дерешься? А вам что надо? Че вы за мной идете-то? Смотри, ты самый крутой здесь. Да. Пошел. Какая фиговая пушка вообще. Ненавижу ее. Оу. Чуваки, да вы меня доставите. Кто? За что? Пошел в жопу. Что? Я кинул туда гнот, и он умер. Это ненормально. А, о, вертолет. Мы, по всей видимости, разбились. Вижу чьи-то ножки. О, тихо, 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 тихо. Спать. Мальчики, мальчики. Я знаю, что вы где-то здесь.
Что ты врешь, что все чисто? Вот так. Что? You heard the man. He'll secure this crash site. Go ahead and locate the trail of our pilots. Извини, что я тебе не дал договорить, но пофиг. Ну что-то попал в меня, да? Посмотрите, казалось бы, можно перепрыгнуть вот это вот. Вот это вот. Нет, надо обязательно вылезать сначала, а потом пройти. Вообще прям, я не знаю, таких зарослей, что черт ногу как будто сломает. Я знаю, что ты здесь. Молодец, ты сам же на свою помпочку. Какой умничка. Ничего простого не бывает, но надо было, наверное, как-то нарисовать, что это заросли, не знаю. Ой. Ты что? Ты зачем меня ракетницей стреляешь? Ой. Спасибо, очень вкусная ракета была. Полетел туда. Аккуратненько. Я сказал аккуратненько. Вот это такими шагами огромными. Ползу.